Однажды внучка спросила у дедушки: «Картатай, расскажи легенду о нашем родном крае». «Садись, Кызым, и слушай». В давние времена жил седой Урал, и была у него дочь, красавица Агидель. Все джигиты были в нее влюблены, в том числе и Ашак. Красив он был, с охотничьим соколом на плече, с улыбкой на устах и каменным сердцем в груди. «Агидель, будешь моей женой?» «Нет, мое сердце занято другим». «Если моей не будешь, то и другому не достанешься». Ашак, убив возлюбленного Агидель, помчался за ней. Бежала Агидель так быстро, что даже конь Ашака пал замертво. Ашак от злости хлестнул Агидель плетью, и она вскрикнула: «Отец, помоги мне!» И сказал тогда Урал: «Не бывать тебе в руках злодея. Стань же ты рекою быструю и светлой». И превратил Урал свою дочь в реку. В отчаянии Ашак вырвал из груди свое каменное сердце и бросил его в убегающую реку. И с тех пор стоят на том месте 4 шихана. Юрактау, что обозначает сердце гора. Куштау, птица гора. Таратау, похожая на голову коня. И Шахтау, крепость гора. Все эти шиханы. Наш родной край.